сегодня пятница. Это значит, пятница не развратница, а пятница уборщица. Потому что я же несколько раз говорила, по пятницам я полностью весь дом упираю, потому что за... мне нравится на выходных, перед выходным, в пятницу полностью вычищивать весь дом, когда муж дома, когда я дома, чтобы было чисто на выходных. Ну, я думаю, раз в неделю нормально, поэтому кровать мы поменяем, мы везде все протерем, зеркало протерем, ванны, кухни, везде, где пыль собирать, мы все протерем, мы пропылесосим, мы помоем пол, я везде пройду с фибрезом еще, чтобы хорошо пахло, потому что пол будет хорошо пахнуть, я много чего из вещей постираю, и да... Будет у нас чистота, и муж вернется, и выходные начинаются, и дома уютно, приятно, чисто, все хорошо. Сейчас я пойду умываться, потому что я буквально минут 10 назад встала, и пойду с Чаркой гулять. Я обычно, когда просыпаюсь, сразу быстренько умываюсь, иду сразу с ней гулять, а потом только там, не знаю, голову мою, делаю себе завтрак, потому что я думаю, Чарка, наверное, ждет. Она не может, так как я просто пойти, сделать свои дела и быть свободной. Она от меня зависит, поэтому по утрам я хочу как можно быстрее, быстренько выйти с ней, освободить ее, и потом уже начинается мой день. Я радостна, потому что пятница! Я вот честно вам говорю, я уже несколько недель как... ем хлеб с джемом. Я в одном блоге говорила, что я никогда этого не любила. Я в Германии жила всю жизнь и не понимала, как люди это кушают, потому что мне казалось отвратительно. Да, я там могу нутеллу с хлебом, я обожаю, особенно с белым, с тостом. Но как немцы мазали, знаете, немцы мазали масло, а сверху джем. Я это вообще не понимала. Или просто хлебом с джемом я тоже вообще не понимала. Всю жизнь прожила в Германии, и тут в Америке в 26 лет я для себя нашла эти прелести. И я реально уже несколько недель каждое утро ем одно и то же. Это, кстати, у меня хлеб Эзекель называется. Я про него не знала. Это хлеб типа без муки, потому что мука на самом последнем месте. Поэтому я думаю, он как-то более полезный, потому что там очень много разных хороших веществ. И как бы мука на последнем месте, я думаю, это очень хорошо. Я решила вам показать вообще, чем я убираю квартиру. Но перед этим у меня эта штучка стояла в шкафу, я там всякую мелочь бросала. И я решила, знаете, ее сюда поставить, потому что меня просто бесит. Не знаю, меня поймут. Меня просто бесит, когда вот все вот так вот. Оно вот до этого так вот было, и меня это просто бесит. Я не могу, меня это вымораживает, это прям так грязно выглядит. Я решила, короче, просто вот все так сюда складывать. А, вот. Вам не кажется, что это сразу как-то выглядит чище? Вот. И чем я, короче, мою квартиру? У меня такие вот салфетки Clorox. Они есть с разными запахами. Они дезинфекцию... Disinfecting wipe, они, короче, чистят, дезинфицируют. Я ими все протираю. Они мне очень нравятся, очень удобно. На самом деле, я думаю, может просто купить спрей и тряпкой протирать, потому что это, на самом деле, мне кажется, не очень хорошо для... Не то, что для экологии, ну, как бы много мусора делает, но... Не знаю, короче, мне очень удобно. Берешь одну салфетку, я вот все притираю ею, вот все эти поверхности... Потом, обычно я вот беру Виндекс, но я всегда беру мокрые салфетки, которые уже в этом средстве, типа как вот эти. Просто берешь мокрые салфетки, чистишь зеркало. Его не было, поэтому мне пришлось взять простой Виндекс с этой салфеткой, протирать. Мне не нравится, гораздо удобнее, когда реально уже берешь намоченную мокрую салфетку и протираешь. Ну ладно, Виндекс. Потом для туалет мне очень нравится, я использую вот такие вот дропинс. Оно как бы чищит свой туалет и делает синюю водичку. Потому что, не знаю, как в Германии такой проблемы не знала. Я в этом не разбираюсь. Я не знаю, почему в Америке так. В Америке вода какая-то очень стрёмная. Она оставляет такой ржавчинный цвет. Например, мой туалет, он окрашивается ржавчинным цветом.
как такой слой. Я беру щеточкой, чищу, оно очень легко убирается, но вот водой этот слой не убирается. И я не знаю, почему в Германии таких проблем не было. Туалет всегда был белым, никакой там цвет не менялся. Вот в Америке какая-то вода стрёмная и делает стрёмный туалет, поэтому я их использую. Они помогают, но не совсем. Там, где вода чисто, а сверху, где нет воды, собирается вот именно этот слой. Поэтому да. Ну, плюс мне нравится, знаете, выглядит как-то интересно, когда водичка такая голубая, сразу как-то чище кажется. Вот такие вот бросаю. Ну и для пола я обычно этим пользуюсь. Потом я решила купить вот мистер Клин. Не знаю, почему мистер Клин называется в Америке мистер Клин, а в Германии мастер пропер. Хотя одно и то же. Можно было и в Германии оставить мистер Клин. Ну ладно. Я всегда этим пользовалась, потом хотела что-то новое попробовать, взяла этот, и мне он не нравится, мне все-таки для нашего пола нравится это. У нас это ламинат, кажется, да, и запах хороший, но он, знаете, как-то матирует, он не дает блеск. А это средство, оно даже, кстати, гораздо лучше пахнет, и реально такой вот блеск остается на полу, и мне нравится. Этот как-то не очень, поэтому опять этот купила, да. И самое главное, я на днях, ну не на днях, пару недель назад просто я поняла, что, видимо, реально Вика стала домохозяйкой или это возраст. Я себе купила новую швабру. Я была такой довольной. Я была такой счастливой, потому что швабра такая крутая. Вот это тоже было новое. Вот это. Такая крутая швабра гораздо лучше, чем та моя старая. Я была такая счастливая. Я шла домой, то есть к машине с этой новой шваброй. И я так радовалась, потому что это была тоже как раз пятница. И я думала, как раз я буду сейчас все чистить, мыть. И я эту швабру новую буду использовать. И я просто была радостна, потому что я купила новую швабру. Никогда не думала, что когда-то в жизни я буду радостна, потому что я купила швабру. Since I was told that you don't want me, baby, you're just calling. You know I try to hold on to it. I still you move. Мне так башка болит, это просто. Я не знаю, как программисты вообще или вообще люди, которые много с компьютером работают, как у них не болит голова, глаза, шея, попа. Мне даже болят пальцы. И мне даже болят мои руки, потому что я вот в этой позиции сижу и пишу. А я всего лишь проучилась 2 часа. И мне уже все болит.
Самое главное, мне очень быстро начинает болеть голова и глаза. Я не знаю, нормально ли это или просто это привычка. Хотя мне не болят глаза, когда я целый день смотрю сериалы, а когда я целый день или 2 часа посидела, поучила, посмотрела на экран, напрягла свою голову, наверное, у моей головы маленький моторчик, поэтому он быстро напрягается. Так что, новости по моей учебе. Java, базу, умею. HTML, крэш-курс вчера сделала. Сейчас я делаю крэш-курс CSS. У меня еще где-то осталось 40 минут. Урок идет 1 час и 25 минут. У меня еще 40 минут осталось. И мне кажется, что я вечность сижу. А вот. Так что после этого, после CSS, я возьму еще курс SAS, потому что я думаю, HTML, CSS, SAS, это, я думаю, нормально. Может быть, я еще посмотрю другие уроки CSS, там еще есть разные, какие-то у него еще уроки связаны с CSS, я их посмотрю. Потом перейду на уроки JavaScript. Я уже JavaScript учила, ну так, слегка немножко. Я имею понятие, как это примерно выглядит и все дела, но так, чтобы прям чего-то писать, я еще не делала, поэтому после этого всего начну JavaScript. Может быть, просто, когда я уже буду JavaScript, HTML, CSS, SAS и все эти дела знать, можешь просто постараться как-то открыть свое дело и просто создавать веб-сайты. Открой свой маленький бизнес на свое имя и буду просто. Надо будет раскрутиться, это как-то все. Потом начну с маленького, буду веб-сайты делать и буду их как бы maintenance содержать, как это на русском говорят. И буду делать бабло. Самое главное, буду из дома работать. Почему бы нет? Я не против работать, я просто хочу дома работать. Если я смогу из дома работать, почему бы нет? Ладно, ну это еще далеко, это просто я сейчас размечталась. Вика поняла, как работает HTML. Вика теперь думает, она может создавать целые веб-сайты. Там скейтборд. Там скейтборд. Идем. Идем. Злая. Вот она умеет гавкать. Только она на скейтборд гавкает. Ой. Там скейтборд. Идем. Идем. И так вот она всю дорогу теперь будет оборачиваться и смотреть. Идем. Идем. Давай. Смотрите, на крыше, наверное, тепло, поэтому все птички сидят на крыше и греются. Я даже стервятника на крыше видела. Я не знаю почему, но после буфета мы всегда с мужем хотим спать. Вот я думаю, либо они что-то в еду добавляют, из-за чего ты хочешь спать, либо просто эта еда настолько жирная, что наше тело просто не может перерабатывать это все и просто хочет спать. Что вы думаете? Ну я вроде, я сушки ем, ты тоже ничего такого прям жирного не кушаешь, но мы хотим спать. Каждый раз мы идем в буфе, каждый раз возвращаемся домой, и мы хотим спать. И чаще всего мы даже ложимся и спим. Может, это просто возраст? Пришла моя посылка с Амазона. Угадайте, что это? Это клавиатура без провода. Я решила, мне нужна еще такая клавиатура, такая простая, без провода, чтобы было легче сидеть за компьютером, если там уроки делать, что-то печатать, чтобы не всегда зависеть от клавиатуры на
компьютере, который на ноутбуке, а иметь вот свою, чтобы я могла удобно как-то сесть на стульчик и положить на коленки, так будет гораздо удобнее. Я выбрала такую вот, как вам? Она шла с мышкой, мне мышка не нужна, потому что я купила себе супер-пупер крутую мышку, но ее не продавали без, поэтому я взяла клавиатуру и мышку. Она мне очень нравится, потому что она вот не как все клавиатуры. Я очень рада.